Приветствуя представительницу Аргентинской республики, первый заместитель городского головы Николай Волков охарактеризовал сегодняшнее экономическое состояние Донецкой области в целом и города в частности. Что касается сегодняшнего экономического состояния Донецкой области, то Донбасс, как и раньше, лидирует в объемах реализации промышленной продукции среди других регионов страны, отметил Николай Волков. Улучшилась ситуация в сфере сельского хозяйства. Кроме того, есть перспективы для дальнейшего развития этой отрасли. Приятно отметить, что по итогам 9 месяцев 2012 года между Украиной и Аргентиной зафиксировано почти 50% роста товарооборота. Это открывает широкие перспективы. Перспективы для дальнейшего двустороннего сотрудничества, а значит, есть над чем работать, резюмировал Волков. Мы, я думаю, передадим с Владимиром Николаевичем завтра пожелания ваша госпожа посол нашему городскому голове, для того, чтобы мы в своих планах тоже посмотрели, что и как необходимо делать в развитии наших отношений. В свою очередь, посол Аргентинской республики в Украине Лила Ролдан Васкес де Муан акцентировала внимание на том, что именно агропромышленная отрасль может стать одним из главных направлений в сотрудничестве. Госпожа посол также отметила, что сотрудничество в промышленном секторе приведет к росту товарооборота между двумя странами. Большое спасибо. Собственно, мы все знаем о том, что ваш город очень известный в промышленном и экономическом плане, но те цифры, которые вы назвали, они являются очень такими вражающими, да, то есть и хорошо бы, чтобы другие города в мире имели такие цифры по поступлениям в бюджет и такие планы на будущее. Кроме того, на встрече представителей двух государств были обсуждены возможности сотрудничества в сфере туризма, здравоохранения, энергетики, экономики и финансов, образования и культуры. Кира Думская, Александр Пугачев, Первый муниципальный.